Казанском университете одним из самых выдающихся ректоров был Михаил Нужен, руководивший вузом в течение четверти века, с 1954 по 1979 год. Его вклад в развитие университета настолько велик, что этот период в истории вуза часто называют «эпоха Нужена». Михаил Нужен, участник Великой Отечественной войны, был награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны первой степени. Родился он 21 октября 1914 года в селе Острожское. Пройдя сложный жизненный путь и студентов в ректоры Казанского университета, он оставил незабываемый след в его истории. 26 февраля 1936 года Нужен был зачислен на третий курс Казанского университета, который окончил в 1938 году по специальности теория упругости. С сентября этого же года аспирант на кафедре механики. Нужена призвали в армию в декабре 1939 года, и его судьба связана с периодом Второй мировой войны. В 1941 году он был принят кандидатом в члены Всесоюзной коммунистической партии большевиков. В феврале 1942 его направили в Черниговское военное училище, эвакуированное в Иркутск. Училище спешно на ускоренных курсах готовило кадры командиров и политработников, и уже в мае Михаила выпустили из училища, присвоив офицерское звание политического руководителя. Он получил направление 831-й артиллерийский полк 279-й стрелковой дивизии. В составе этой дивизии воевал с июня 1942 до победы. Вернувшись в Казань, Михаил Нужен восстановился в аспирантуре на кафедре механики и после защиты докторской диссертации был избран заведующим вновь созданной кафедрой теоретической механики Казанского университета. 16 июня 1954 года начался новый этап в его профессиональной жизни. Его назначили ректором Казанского университета. В 2004 году недалеко от главного здания университета в сквере был установлен памятник-бюст Михаилу Нужену. В год 200-летия университета, которое так уж символически получилось, совпало и со столетием со дня рождения Нужена. К этому памятнику подходит и небольшая улица Нужена. Ангелина Севастьянова, Елизавета Газизянова, Александр Антонов, Универ Новости.